В конце октября с моей банковской карты Тинькофф Платинум похитили денежные средства в размере 114 тысяч рублей. Позвонили якобы со службы безопасности банка, заявив, что к моей карте, к моему личному кабинету получили доступ третьи лица. И, в общем-то говоря, я поверил, то, что это... Ну, сначала я не поверил, разумеется, я скинул звонок, но на второй раз я уже поверил, они меня все-таки убедили, что это служба безопасности банка, они располагали всеми данными, включая личные данные. Ну, у меня возникли подозрения, что это могут быть и сотрудники банка, поэтому будьте бдительны, не ведитесь на подобные действия мошеннических лиц.